Всем привет! Вы на канале Мастер своего дела. И сегодня я предлагаю приготовить вкусное, аппетитное, сезонное блюдо из кабачков. Это будут потрясающие кабачковые оладушки. Угощение очень вкусное, имеет пикантный чесночный привкус. Оставайтесь со мной, и я расскажу, как приготовить такие оладушки. Для приготовления вкусных кабачковых оладушек нам потребуется 1 кг кабачков, крупная картофелина, головка репчатого лука, 2 яйца, 1 плавленый сырок, 2 столовые ложки майонеза, пучок зеленого укропа, 150 грамм муки, головка чеснока, соль и перец будем добавлять по вкусу. Все продукты у меня уже подготовлены, и мы можем приступать к приготовлению аппетитных оладушек из кабачков. Первым делом необходимо натереть на крупной терке кабачки. Лучше всего использовать молодые кабачки. Они идеально подойдут для приготовления такого блюда. Кабачки хорошо промываем и обрезаем с двух сторон. Если у вас кабачки не молодые, то необходимо почистить кабачки и удалить семена. На крупной терке натираем кабачки. Вот таким образом мы натерли кабачки. Ненадолго убираем миску с кабачками в сторону. И теперь нам необходимо головку лука, картофелину и чеснок. Я использую практически всю головку. Оставила лишь 3 зубчика для нашего чесночного соуса. Перекрутить через мясорубку. Можно воспользоваться блендером. Мне удобнее через мясорубку. Сейчас все это превратить в пюре. Посмотрите, вот такая кашица получилась. И теперь эту массу мы отправляем в миску с кабачками. Теперь сюда разобьем яйца. Сразу 2 яйца. На крупной терке натрем плавленый сыр. Перекладываем натертый сыр в миску с кабачками. Сюда же нам нужно будет добавить немного соли и перца. Добавляем по вкусу. Я добавлю буквально 2 чайные ложки соли. И немного перца, молотого перца. Теперь все это хорошо перемешаю. Вот так хорошо я все перемешала. И теперь мне остается добавить сюда только муку. Я добавляю муку небольшими порциями. Всыпаю оставшуюся муку и хорошенько все перемешиваю. Посмотрите, вот такая консистенция получилась. Наше кабачковое тесто для оладушек подготовлено. И теперь мы можем жарить оладушки. Жарим оладушки на среднем огне. Доводим до румяности одну сторону оладушек и переворачиваем их лопаточкой на другую сторону. Весь процесс жарки занимает примерно 5-7 минут на одну порцию оладушек. Румяные аппетитные оладушки снимаем со сковороды. Перекладываем оладушки на бумажное полотенце, чтобы с них стекло масло. Вот таким образом готовим все наши оладушки. Сделаем соус для наших оладушек. Вымытую зелень измельчаем ножом. Мелко нарезаем укроп. На мелкой терке натираем зубчики чеснока. В миску с майонезом отправляем чеснок, мелко натертый. Измельченный укроп. Укроп отправляем сюда не весь. Часть укропа оставляем для посыпки наших оладушек. Хорошо перемешаем наш соус. Наш соус для кабачковых оладушек подготовлен. Дорогие друзья, посмотрите, какие замечательные оладушки из кабачков у нас получились. Они очень вкусные, сочные и невероятно ароматные. Такие оладушки приготовить очень легко. Сейчас я разрежу и покажу, как выглядят в разрезе наши оладушки. Посмотрите, как аппетитно выглядят. Очень сочные, оладушки полностью прожаренные, на готовку уходит очень мало времени. Такое сезонное блюдо обязательно понравится вашим близким.
Для кабачковых оладушек очень хорошо подходит чесночный соус, который мы приготовили. Можно использовать и другой соус по вашему усмотрению. Дорогие друзья, вот такие замечательные оладьи из кабачков мы сегодня с вами приготовили. Если вы любите кабачки, обязательно попробуйте сделать такую вкуснятину. Спасибо, что вы были со мной. Не забывайте подписываться на наш канал «Мастер своего дела», ставьте лайк, оставляйте свои комментарии. Всем пока! До новых встреч!